Добрый день. Откуда вы узнаете информацию о выборах? Из средств массовой информации. Телевидение. Из интернета. А что читаете или смотрите? Корреспондент. Я не узнаю информацию о выборах. Спасибо. Ой, телевидение. Из каких источников? Интернет. Инстаграм. Спасибо. Инстаграм. Телевидение. А доверяете телевидению, в принципе, или... Ну, как вам сказать? А, в основном интернет смотрю. А каким СМИ или источникам больше всего доверять? Может, там, либо блогерам, либо СМИ каким-то? Сейчас, как она называется? Так, можно глянуть, я сейчас так не помню. А куда еще смотреть? У почтовый ящик не приносят информации. Со всего. Интернет, да, интернет, СМИ, да, радио, да, телевидение. Пользуемся разными источниками. А доверяете каким-нибудь источникам? Проверяем. Да. Только телевидение. На улице агитации нету никакой. С интернета. Смотрю Крым. Угу. Критичные мысли, не в основном. Ну, вот только лайв смотрю, потом смотрю еще. Из разных источников. А, интернет, телевизор. Интернет быстрее всего. С интернета. А кому больше доверяете? СМИ, блогерам, там, я не знаю, знакомым? Блогерам, вот, наверное. Угу. А блогеров в Ютубе смотрите? Не знаю, нет, в основном в Телеграме читаю. Угу. Знаете, затрудняюсь. Я собираю информацию, потом анализирую. Больше блогерам. От знакомых. Да, зачастую Инстаграм, реклама. Интернет. А доверяете? Частично. Я знаю. С телевизора. А доверяете телевизору? Нет, нет. Радио, наверное. А доверяете тому, что говорят на радио? Нет. Спасибо большое. Я в основном Россию смотрю. Из интернета, из личного общения. О выборах? С Инстаграма. А вас, вы доверяете? Ну, да. Чему больше всего доверяете? Я в данный момент раздавала листовки вот такие вот. А можно листовочку? Пожалуйста. Интернет. А доверяете тому, что пишут там? Телевидение украинское вообще не смотрю, с 2014 года. Проверяем, да. А встречали уже фейковую информацию? Ой, много раз, да. Ну, если рекламу заплатили, наверное, она что-то в себе несет, но особого доверия, так сказать, не имею. Вообще не узнаю. Ну, к чему-то доверяю, чему-то нет. Да, я сам работаю. На выборах? Ну, да. А каким источникам вообще доверяете в интернете? Не в интернете, может быть, СМИ? Тяжело доверять чему-то. Надо просто анализировать разные источники. Спасибо. Вот. Да нет, что. Что значит узнаю? Из интернета? Ну, ты ж приносишь, а талончики. С телевидения остальное. А доверяете? Да. Особенно, которые два, и ни того, ни хуя, а кого-то надо выбирать. Вот такие пироги. Спасибо. Вот такие пироги.